С начала учебного года на базе филиала Дагестанского государственного университета открылся экономико-правовой колледж по направлениям права и организация социального обеспечения, а также экономика и бухгалтерский учет. Общее количество – 153 студента, поступившие на базе 9 и 11 классов. После окончания среднеспециального заведения при желании студенты могут продолжить обучение и поступить на получение высшего образования после сдачи вступительных экзаменов сразу на второй курс. Как пояснил заместитель директора по воспитательной и социальной работе, в колледже студенты получают профильные знания по выбранным специализациям. В последнее время по Болонской системе обучения идет сперва, заканчивает колледж, потом бакалавриат, потом магистратура. Поэтому у нас это студенты, которые поступили, они завершают учебу с получением среднего образования и получением профессионального образования. Они будут специалистами, одни по праву, другие будут получать специальность бухучет и экономика. Сам учебный процесс для студентов начинается с 9 утра, где с первой лекции идет ознакомление с каждой дисциплиной по выбранным направлениям. В первоначальной основе лежит теория, и задача преподавателя – наиболее доступно и интересно преподнести тему, а также в процессе лекции максимально заинтересовать и охватить аудиторию. По словам студентки первого курса факультета экономики и бухгалтерского учета Халимат Магомедовой, впечатление о студенческой жизни сложилось очень хорошее, в особенности понравился преподавательский состав. Слышано о том, что это одно из самых лучших учебных заведений в городе Хасавюрт. Впечатления у меня были самые лучшие вот с первого же дня. Очень понравились все преподаватели, хорошие, квалифицированные, умные, понятливые. Срок учебы для студентов, поступивших на базе 9 класса, составляет 2 года и 10 месяцев. На базе 11 год и 10 месяцев. После окончания выдается диплом государственного образца, после чего выпускники используют полученные знания для освоения выбранной профессии уже на практике. Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».